Армения и Азербайджан отличаются. Армения – страна, потерпевшая поражение. Азербайджан – страна, которая пытается сейчас, ну, фактически положить на бумагу результаты военной победы. То есть что происходит? Азербайджан одержал победу, и он эту, из этой победы, во-первых, хочет максимально все, что можно взять. Причем взять как можно быстрее, а не торопятся. А во-вторых, чтобы это каким-то образом закрепить, уже не в военной сфере, не в том смысле, что они там где-то стоят, их танки, и где-то окопы, и там, я не знаю, высотки контролируются. А еще и закрепить это на бумаге, еще и закрепить это поведением Армении, ее согласием на что-то там и так далее. То есть это делает страна, которая победила. Армения, она находится в совершенно другом состоянии, она чувствует себя не усиленной, как Азербайджан, а ослабившейся. У нее пониженная субъектность сейчас.